объявившие 25 января забастовку водителей маршрутных микроавтобусов в Тбилиси, провели акцию протеста у столичного Сакребула на площади Свободы. Требования упираются в социальные проблемы. Водители считают, что в таких условиях им нет смысла работать дальше, что обрекает их семьи на голод и нищенское существование. Одно из требований – уменьшить плату за проезд с 80 до 50 ТТ. Подорожание проезда привело к уменьшению пассажиров. Надо удешевить плату за проезд до 50 ТТ, и очень важно зафиксировать ежедневный взнос, предположим, в 20 лари, и освободить водителей от других каких бы то ни было налогов. Водители маршруток требуют упразднения статуса индивидуального предпринимателя, создания нормальных трудовых условий и сокращения дневного плана. Также митингующие собираются создать инициативную группу, которая будет координировать их дальнейшие действия. Планируется создание профсоюза, в который войдут представители от каждой маршрутной линии. Нам не нравится, что мы с 1994 года платим налоги в городской бюджет, и это шло на благо страны. Сейчас наши деньги идут в чьи-то карманы, а мы живем впроголодь. Почему? Мы не будем больше кормить каких-то чиновников. Дизельное топливо должно подешеветь, как и проезд в маршрутном такси, и обязательно надо сократить налоги. Тогда и люди вздохнут, и мы. Весь день на ногах, нет транспорта, автобусы забиты, туда не пробьешься, это ненормально. Я считаю, что плата за проезд на маршрутке очень высокая по сравнению с теми доходами, которые есть у населения Грузии. У педагогов в среднем около 250 лари, приблизительно $180. И многим надо менять до школы два транспорта. Это, правда, очень тяжело. Я понимаю и таксистов, за ними семьи, за многими по 2-3 семьи. Но и нас, жителей Тбилиси, можно понять. Платить ежедневно столько за маршрутки невыносимо. Водители желтых маршрутных микроавтобусов заявили, что не собираются прекращать забастовку до понедельника.